my expectation of the game. We start the following five days. We're gonna have three games with one trip. This is what concerns us right now. How we're gonna get into the rhythm? We have the first opponent is a very serious team, Zenit. They have a very good team. Already established a new system with a new coach. So we know that it's gonna be a tough game. So we want to fight on the highest level. Все оставшиеся три матча, которые у нас предстоят в ВТБ, они безумно важные нам, чтобы постараться защитить первое место, нужно выиграть все три. И, конечно, мы помним про наше поражение, которое было в январе от «Зенита». Мы проанализировали эту игру и будем стараться вернуть долг за то поражение. «Зенит» играет очень хорошо при новом тренере. У них сейчас больше времени на подготовку, так как они вылетели из Еврокубка. У них есть проблемы с травмами, но они играют очень хорошо. На периметре и Трушкин, и Симонович показывают очень хороший процент трехочковых. Рейнольдс, который лидирует, да, по очкам и по подборам в лиге. То есть игроки, которые создадут нам очень много проблем завтра. Рейнольдс – основная угроза, да, лидер по очкам, по подборам. Игроки задней лиги создают для него, и Макентайр, и Мекель, когда играют, да, много возможностей. И он сам подбирает, и это такая их основная ударная сила. Нам нужно будет хорошенько поработать против него. Он может быть не такой сильный игрок в лоу-пост, как, например, были в команде Баскони, но он хорошо завершает другие атаки алиупами или просто какими-то лей-апами, так что нам нужно быть предельно сконцентрированными во время защиты на пик-н-ролле.